Да и то. Так, момент у Красной Армии. Ну вот как вот... А, гол. Зашла. Мне показалось, что мимо бросил Кириленченко. Нет, 6-2. 6-2. Гол на 9-й минуте. 11 еще играть. Кириленченко мог забивать раньше. Раньше не получилось. Забил сейчас. Так, вот. Я думаю, что это будет запрос на помеху вратарю. Ну, то есть вот сейчас Полтапов въезжает в Иванова. Это помеха. Ворота выстояли, но потом Полтапов выскочил из площади ворот. И вот тут уже, когда Кириленченко забивал, Полтапов Иванову не мешал.